1965 популярных видео на моем канале на утро 17 февраля 2024 года, да? Вечером вчера было 2112. Ну вот, практически где-то на 1,5 упало за ночь количество популярных видео. Как-то YouTube, механизм отслеживания YouTube, способ отслеживания поставлен на хорошую высоту, что вот он может вот так отфиксировать. Ну, творческая студия, творческая аналитика у YouTube поставлена на хороший уровень. Ну, тогда еще там блокчейн, они авторские права соблюдают, ну, много всего. Поэтому YouTube лучше, чем TikTok, однозначно. Сложнее, конечно, здесь раскрутиться, но тем не менее, это факт.